Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим классический грибной жульен. Это сытная и горячая закуска, которая подойдет на кето-питании. Кому интересно, оставайтесь со мной. Мелко нарезаем лук и отправляем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Я использую масло авокадо. Можно использовать сливочное масло или оливковое. Обжариваем лук до золотистого цвета. Нарезаем грибы на четвертинки или тонкими пластинками. Выкладываем грибы к луку, обжариваем 10 минут. Теперь добавляем соль и молотый черный перец по вкусу. Пол чайной ложки чесночного порошка и сметану. Перемешиваем и оставляем тушиться 10 минут, чтобы выпарилась лишняя влага. Выкладываем грибную массу в порционные формочки для выпекания. Сверху посыпаем натертым сыром. Я использую два вида сыра – чеддер и пармезан. И отправляем разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, или пока сыр не подрумянится. Очень вкусное и простое блюдо готово. Желаю вам приятного аппетита и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!